Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3. Легкий ремонт, очень легкий ремонт. Итак, основная задача — сделать это крыло немного капот, выставить зазоры и закрепить крыло. Тут отломаны крепления. Разбираю. Машина разобрана, и первым делом я выровню угол этого крыла. Равнять буду на столе. Правое крыло отравнял, теперь привариваю крепление левого крыла. После этого я устанавливаю передние крылья, фары, бампер и проверяю зазоры. Итак, машина собрана, зазоры все в порядке, и на этом моя работа закончена. На эту работу ушло 10 часов. А на сегодня у меня все.
С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!